Всех рада приветствовать, с вами Наталья. Я хочу сделать более такой подробный видеообзор о креме-концентрат для рук «Зима». Это серия, которая уже из года в год, но упаковочка всегда меняется, состав крема точно такой же. Объем идет 70 мл, артикул 29-29. Ухаживает за кожей рук в зимних условиях при воздействии холода, ветра, резких перепадах температур, уменьшает шелушение, неприятные ощущения от мороза, дарит комфорт и здоровый вид, смягчает кожу. Я который год уже покупаю, мне действительно очень нравится, потому что на данный момент очень сухая кожа рук, и другой крем, питательный, какой-нибудь там увлажняющий, мне просто не подходит. Вот, поэтому мне очень нравится, и он действительно ухаживает за кожей рук. Значит, вот в такой вот идет упаковочка. Сейчас мы с вами посмотрим. Я вскрою, да, и мы с... вот оно, видите, как оно вскрывается, и мы с вами посмотрим. Так, вот он достаточно идет густой. Вот. И что самое интересное, он такой очень приятный, с маслом ши. Идет в составе, я не помню, что тут идет, состав, наверное, где-то был, по-моему, ранее, когда-то масло ши. Но, скажем так, однозначно рекомендую для тех, кто пользуется всегда кремом для рук. Это супер находка, и его хватает на руках на долгое время. Если есть какие-то вопросы, задавайте, и всего вам хорошего.